там заходишь, туда выходишь. Я сейчас вам объясню, если вам жарко, вы сейчас выйдете отсюда. Ну, не дальше, чем туда. Значит, ситуация развернулась следующим образом. Сейчас в поликлинику пришел человек, который находится на карантине по коронавирусу. Он наблюдается в поликлинике города Москва. Узнав, что у него положительный тест на коронавирус, он уехал в деревню жить. Сегодня, точнее вчера, у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел делать сюда рентген. Не сказав никому о том, что у него положительный тест на коронавирус. Он прошел через здание поликлиники, сходил на рентген. В этот момент уже пришла информация о том, что он нарушил режим самоизоляции и пришел в лечебное учреждение. И он оказался сейчас в рентгене, мы его изолировали в боксированную палату. Сейчас за ним приедет инфекционная бригада, которая его госпитализирует в инфекционный стационар. Но каждый из вас в этот момент находился в поликлинике. Потенциально вы могли оказаться невольно рядом с этим человеком. Это не факт, что мы заболеем, тем не менее, каждого из вас мы должны, почему мы просим от вас ваши данные, каждого из вас мы должны сейчас записать, чтобы мы вас могли учесть. Каждому из вас выйдет бригада медицинских работников, чтобы взять маски. Вы с сегодняшнего момента, каждый, попадаете на самоизоляцию, на карантин. Пожалуйста, не повторяйте подвиг этого доброго человека. Дай Бог, чтобы никто из... Микроавтобус и 4 легковушки столкнулись на Большой Сухаревской площади. От удара одна из машин перевернулась и загорелась. В аварии пострадали 3 человека. Но вот удивительно, что даже в пустом городе, в котором машины можно посчитать по пальцам, все равно нашлись те, кто встретили друг друга на улице. Я иду на работу в поликлинику номер 1. Пожалуйста, могу показать документы. Да? Это что это за фотографирование без моего ведома? Иду быстро. Ой, я знаю, я не выхожу. Я все видите. У меня еще нет 65. А маски, к сожалению, у меня нет. Но я шарфом, но я здесь я никуда не выхожу. Вот дом Калошин 6, здесь у меня 100 метров. Поэтому.
все-таки лучше перестраховаться, чем не застраховаться, скажем так. Спасибо. Маску вот, пожалуйста. Просто в метро одеваю, здесь дышать не тяжело. Одевайте обязательно. Хорошо, здорово, вы не болеете. Показать вам? Нет, не спасибо. Надо. Нет необходимости. Вы себя берегите. Хорошо, спасибо большое. Мы за продуктами. Все верно. А средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Знаете, да, что надо пользоваться? Да. Но, тем не менее, никак не используете. Пользуюсь. Ну, это тоже хорошо, правильно. Да. Такая вирусная инфекция у вас.
Соблюдение мер безопасности, видите, да, расколы, завалы и так далее.
вас будет беспомощной.